Джебин Топгеймер. Судя по всему, у нашего героя была отечка. Повсюду кровь была. Но это прошло. Во. Все стекло. Ну-ка, воду надо смыть. Блин, ну вода вообще неестественно течет. Неестественно. О, это тёлка. Нельзя тут Дженни взять. Ой, я запомнил Дженни. А главного героя зовут Джеки. Во, к этому чуваку. Корлеоне. Идем. Да, вообще. Пойдем к ним в логово. Они на наши напали. Сейчас мы на них нападем. Это стратегически важно напасть на них тоже. Главное без оружия, когда вообще стелс, это не стелс. О, бугаи. Да, от Юдашкина, конечно, одежда не очень. Вон, Котов так и орёт. Береги кишки и жрёшь лекарства. Это не яд, хотя они так думают. Ты смотришь на 4%. Не яд? Одно всегда. Чш, какой... Чеки, я слышу, а? Что было. Боже мой. Мне кажется, я просто... Да, на кладбище мясо было. И клинику. Чувак какой-то начал я меня тьмой пулять. Я теряю время, или... Джеки, слушай, это всё тьма. Она сбивает тебя с толку. В общем... Я стою сумасшедшим. Нет, а лучше на Мальдивы. Нет, они засели в Астории. Это место называется Адские врата. Мы с Дженни ходили туда детьми. Сейчас в Адские врата? Во, по-моему, это последняя миссия уже. Вдруг это ловушка? Очень похоже на западню. Конечно, западня балда. Но у меня нет выбора. Я не могу оставить Дженни тебе. Нет, это не последняя. Вот. Еще миссии 4 где-то будет. Абсолютно. Не отдавай его тьме, иначе мы все опять окажемся в жопе. И тогда даже ангел не справится с ним. Какой ангел-то? Черт, и так и эдак хреново. Слушай, Джонни. Все, не хочу я его слушать. Space. О, что еще за ангел? Да, плевать. Бред сумасшедшего. Ну, не книги, а мои ботинки можешь взять. Привет, милый. Прям как это было на войне. Это... Да. Это да. Перебил всех, кого не лень. Это мне каждый член семьи говорит, что наша семья в полной жопе. Может, нам подрабатывать уборщиками? Ты о чем это, босс? Я еду на старый пирс в Асторию. Хочу забрать у них кое-что. В чем дело, босс? Ты только скажи. Мы с ребятами готовы к драке. Бля, вас здесь 5 человек. 5 человек. Нет, Винни, я и так путал вас. Джеки, слушай, я не... Это приказ, слышишь? А, ну то есть он... Он пойдет соло всех убивать. Мы, точнее, пойдем соло. Если я не вернусь. Хватит, Джеки. Позаботься о кухарке, о булочнице, понял? Пожалуйста. Она готовит отменные булки. Пс. Расти, расти. Пс. Расти, пс. О. Даже не... А, ясно. Не запалил я железку. Все, погнали. Закрывайся! О! Попасть на карнавал. Погнали. На карнавал. Ой, мышка, мышка! Мыши! Или крысы. Нет, обычно в мусорках крысы водятся. Ну как, кто?
А кто в этой урне роется, а? Нет, не мыши и не крысы. Иди сюда. О, пойдем, милочка. Девочка. Стой! Подожди! Ага, ну это я знаю, что... Что ты мне хочешь показать. О, маяк. Звонок. Воу. Ну-ка. Какой-то ларек снесли. Хачевский. Блин, вообще. Но мы найдем Дженни. Я знаю, как бесплатно попасть в... Ой, обожаю заяц. Это правда. Я верю все-таки тёлке своей, чем какой-то... какому-то тупому голосу. Я иду за тобой, детка. Я иду. О, сущности. Итак, кстати, я прокачал этот черную дыру. Довольно жесткий скилл. После вот убитые враги иногда оставляют после себя черные сердца. Ой, после себя не сердца, а черные дыры. Вот. И там берете кьюшку, нажимаете, швыряете в кого-нибудь, и в итоге чуваков засасывает эта черная дыра. Довольно эффективно. Я даже больше ничего не качаю. Вот. Рой только прокачал один раз, ну и все. Повышает урон, который может наносить рой. Ясно. Нам нужно отыграться. Так, отыграться. Эх, не люблю клоунов. А где пушки? Пушки нет. Идем. О, крест. Если крест, значит бонус. Бонусы, бонусы. Тут все испохабили. Ой-ой-ой, я попал на свет. Я попал на... Не матерись. А то в ад не попадешь. Проходить по карнавалу? Походить по карнавалу. Ну давайте походим. А, во, в поисках этой тёлки. Ой, меня опять тёркает. А ты, кстати, приоделась? Где покупала? Где закупалась? Second hand? Класс. Не, ну он не такой голубой. Эй, толстый! Давай. Выиграй приз, а я расскажу тебе секрет. Только ничего такого. Ну, я вначале в толстого. Сейчас. Блять, нельзя в жирного попасть. Да это старуха какая-то. Одна утка убита, вторая убита. Так я лучший стрелок. Смотри, я уже закрытыми глазами стреляю. У тебя здорово получается. Как нефиг делать. И это типа сложно? Давай, заяц, тебя ждет приз. Блин, приз у меня будет... Господи. Приз ты мне дашь тогда, когда мы с тобой домой приедем. Эй, это нечестно, мне нужен большой синий. Большой синий? Это главный приз. Тебе придется поработать. Ты че, офигел? Слышь, толстый, ты сейчас у меня будешь на кухарке работать. Все, Дженни, я улетучиваюсь. Ты, кажется, чем-то расстроен. Да. Сюда, Джеки, сюда. Меня глючит. Это момент. Так. Еще где? Кто где? О, вижу. А, ай, враги здесь! Черт, нет! Изрешетил. Ой-ой-ой, я на свету. Так, а где они еще стреляют, парни? Так получай. Ох, бедная рука. Фак, я! Ой!
Блин, блин, Рой, Рой, Рой. Нужна помощь Роя. Пчелки, несите разрушение. Блин, у меня ред хп, и мне страшно, мне страшно. Ой, вода, вода заканчивается. О, ой, ты. Все, был свет и нет света. Теперь демоненок с ними расправится. Иди на кровь, иди на кровь. Черт, вижу еще свет. Блин, ну дробовик классный. Как мне нравится вот слева патрончики. Ой, атакуют! Атака! Чрезмерная. Эвка. В атаку, мои демоненки. Так, я сейчас умру. Но я завещание написал. Ворота? Да я твои ворота. Блин, как больно. Сейчас, сейчас они где-то здесь должны появиться. Да не, 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 не ушел, не ушел. Я еще здесь. Ох, патронов нет. Ну ничего страшного. Давай, демоненок. И к следующему. Пушку, пушку, пушку! Вау! Сердечко позаимствую. Хм, реакция как у тебя. Ой, ой, ой. Пум. Ой. Слишком у вас сверхбольшая голова. Вот и черная дыра. Ого. Ну как вам? Жесть, да? И все туда засасывает и разрывает. Офигеть. Так, что я хотел? Это что за оружие? Обрез? В общем, все обрезы. Ну гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, не боимся никого. Ой, машина, машина. Ой-ой-ой, ай-ой-ой. Ненавижу газели. Только не газель. Узнаю звук с этого М-ки, М-16. Оу! Фу! Это поверхно, да? Ой-ой-ой-ой, я зашел в гараж и... Чёрт. Уходим от света. Прикиньте, зашел в гараж и вот так меня хотели побить. Победить. Свалил отсюда. Так, так. Блин, вот жалко, оружием нельзя с этот выстрелами эти, блядь, сломать вот это вот все. Именно своим хлыстом. О, знакомая вещь. Патроны. А, я еще не все сломал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Драка, попытаться найти Виктора. Вы не ожид... Слушайте, с двух патронов. С двух выстрелов я их убиваю. Когда они спиной ко мне.
По-моему, спина их не слабое место, буду знать. Черт, свет, там свет. Сейчас я уничтожу. О, опять нужно стрелять? Ну в этом я спец. Дженни, я не могу, у меня критические дни. Хватит ей льстить, она некрасивая. Да так уж и быть. О, пушка изменилась. Другая была. Давай, где там, по кому стрелять-то? А, понятно. Попробуй стрелять, не закрывая глаз. Ну, я так не могу. Ой, ой, я случайно пивовар убил. Так, здесь должна реакция работать. Вот, раз, два, черт. Ух ты почти профессионал. Я и так профессионал, не то что этот джигит с итальянскими усами. Яблочко. Ты же можешь. Не, ну сразу три цели одновременно поразить, это нереально. Вон, вообще никого не поразил. Тяжеловато. Получилось! Иди ко мне, зайка! Ой! Блядь! Достижение всей жизни, Мишка! Ты довольна? Помнишь, я обещала рассказать тебе секрет? А? Какой? Это лишь иллюзия. Что, ты мужик? Ага, ой, это иллюзия, блядь. Нет, опять. Опять газельчики. Газельчики нет. Ой-ой-ой-ой, пчелы, летите. Так, убит. Нет. Его нельзя подпускать вообще к себе. На близкое расстояние, иначе он изрешетит меня. Вот, бегут уже. Так. Один. Я умер, все, я признаю. Да фиг. Фиг. Там сердечко есть, сердечко. Ой, я не сердце съел. Сердце нельзя его есть! Ой! Я черную дыру открыл. Носи? Ой, спасибо за сердце. Сейчас быстрая перезарядка. Во, АКМ. АК-47. Пу-пу-пу. Выходите! С поднятыми руками. Сдавайтесь, это демон. В голову как нефиг делать. Чёрт, пчёлы, летите. Пак-пак-ю. Всё, мне страшно. Что? Меня зажали. С двух сторон. Демон, пошел. Ча, все убиты. Так, это не все. Блин, откуда свет? Во. Так, во, этот, кольта. Вот обзор хреновый этого прицел мне вообще не нравится. Карабин, тьфу ты, карабин это, блин.
карабин, коль у нас. Выходи! О! О, а что здесь за здание? Ух ты! Бочки и реликвии. Класс. Блин, чувак с этим щитом. Не, не надо, не выкинь щит, пожалуйста. Ладно, мне придется привыкнуть к пчелам. Уааа, я на свету. Ой-ой-ой, свет. Сейчас выкину. Да, ё! Почему я бочку не выкинул? Ага, я понял. Все. Что-то поздно я понял, что на свету мои клешни ослабевают. Так, взял пушку, все, уходим. Кстати, я хитер. Хитер. Все, свет-то вырубили мы. Чуваки, а без света вы ничего не сможете против меня сделать. Сердечко. Так. И еще раз сердечко. Куда идти? Ой, свет. Черт, обычно в грузовиках хранятся оружие. Здесь вообще ничего нет. Так, куда идти? Сейчас найду выход с этого. Вот он, выход. Вижу. Спасибо, что подсказал. Я так-то не видел свет. Так, я даже знаю, что сейчас будет. Засада. Идем. Нет, не засада. Нет, подвела моя чуйка. Кстати, я только что прокачал скилл какой-то. Вот Г нажимаю. Ну, сейчас замес начнется, я нажму буковку Г. Во! Вы гляньте! Типа бесконечные патроны. Класс. Еще и звук так, как будто с глушителем, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как вам пчелки мои, пчелки? Вот этот пчелок не почувствовал. Любовь пчелок. Ой, только не свет, близ. Пожалуйста. Выходи. Пульну в тебя. Еще? Еще хочешь? Ну на. Блин, а... Как меня бесит. Где патроны? Патроны мне нужны. Вон этот светляк уже светит. Ой, ноу. Я-то выживу. Ладно, пчелки погнали. Слушайте, меня этот чувак бесит. Да, не снимай меня. Фу, блин. Не, вот это да? Согласитесь. Жей. Идет, что-то светит. А ну, казни его. Наша задача ведь найти какого-то Виктора. Виктор, русское имя. Какого-то русского. Ой. Что-то нет, не нравится закрыть ворота. Твое время вышло, Джеки. Да не, чувак, ты что? Найти Виктора. Воу. Дай. Стой. Не, ну это не Виктор однозначно, это обычный моб. Все, я погиб.
Здесь PvP, PvP идет, PvP. Я заюзал все скиллы, которые только я знал. Ой, да. О, черная дыра. Класс. Видно, им не по душе черная дыра, да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, полный, всю обойму должен садить с чувака, чтобы убить. Итак, куда мне идти-то? Куда идти? Во. Пробраться чуть на крышу. А, типа взорвать все к чертям. Йоу! Сейчас все взорвется. А... Блин, ничего не взорвалось, я-то думал. Класс. Кстати, новая пушка появилась, именно вот такая. Это замена УПАСу, ОМП. О, тоже полуавтомат. Стреляю, кстати, послушайте только как, бля, шикарно. Офигенно. Так, 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 и куда сейчас-то? Так, вычислить Виктора, все-таки я его вычислю, да? Хорошо. Думаешь, я не знаю, что тьма изменяет тебя? Она нет. Хочет тебя, как она всегда подчиняет слабаков. Так он ведь сам из тьмы. Не так ли? Так, что-то сейчас должно произойти. Что-то должно произойти. А, во, открылось. Открылись врата, типа в ад. Добро пожаловать в дом ужаса! Так, так. Не, ну я не люблю фильмы ужасов. Хотя. Воу, меня тёлка посадила на каталку. И сейчас мы покатаемся. Боже, ой. Так страшно, но ты же меня защитишь. Конечно. Что? Я защищу ты тебя. Говоришь, что ты до сих пор боишься темноты. Но я готов, в принципе, убивать их. Ой! Фуй! Не, мне... Тебе не страшно, девонька? Я-то с пушкой сижу, а ты... Только с руками. Ой-ой-ой. Ой, какой-то демонёнок. Да уж, вот это у тебя юмор. Озабоченная. О, называется «Дай 5». Ого! Да я уже... Подгузники меняй. Левый... Ой! Я так и знал, что он начнет. Блять, опять иллюзия. Когда я уже узнаю, что же... Как же они этим занимаются-то? О! О, бля! Прям как в фильме в этом... Всадник без головы. Ой, сонная лощина. Там такая же фигня была. Железная дева. И, кстати, в Скайриме тоже была железная дева. Этот из темного братства. Именно темная. Йо. Теперь я начинаю понимать. The Darkness, темное братство. Открывай. Пусто. Ой, 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 ой. Чувак, не надо! Нет, чуть-чуть колет спину. Тебя, пока мы не вытянем из тебя тьму. А потом мы сожжем тебя живьем. Неужто это конец? Я да не, не может. Тебе, но ты сам нас вынуждаешь. Не улыбайся так. Черт! Мистер Пивиш, готовьте отправить терновое ложе в имение. Ай-яй.